Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй. Сегодня мы поиграем в боевую лигу хаоса. Так что поехали. Ребята, у меня моя старая колода осталась, я ее практически не менял, за исключением, пожалуй, пару картишек. Так, ага, давайте заберем Ревард. 15 кристаллов на дороге не валяются, они нам пригодятся. Так, и давайте открывать с вами тосты. Так, ну что тут, денег очень мало. Часовая башня хорошо, но маловато. Маловато дают нам карт. Тут тоже всего лишь 4. Жиденько как-то. Хорошо, давайте следующий тост откроем. 25 золотых, 7 горгулей. Ну и давайте откроем свой основной тост. Ага, вот тут уже получше будет. 2 пришельца и 7 призраков. Ну что же, в принципе, все. Надо активировать карту. И я думаю, что пора переходить. Мне нужно вернуться обратно в свою лигу, откуда меня в свое время ребята сбросили. Так что, надеюсь, у нас сегодня получится все. Ну давай, 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 быстрее. Мне уже не терпится навалять кому-нибудь. И у нас Лондон. Ага, 1891 год. Слушайте, у меня уже преимущество перед ним. Знаете почему? Потому что у меня башни намного лучше. Так, ну что, он пока терпит, и я тоже буду терпеть. Но мне нужна, ребята, избушка пиратская. Так, ладно, пускай хейт идет пока. Ну, вы, надеюсь, знаете, да, в чем у него преимущество. Он идет, себе идет, никого не трогает. Ага, вы посмотрите, а вот это плохо, ребята. Если он вызвал циклопа. Ох, ё-моё. И сколько горгулей там у него. Так, хейт, давай. Черт подери, как они его быстро разбирают. Слушайте, по-моему, здесь я встрял. Чертов циклоп. Блин, непробиваемый. Плюс он пришельцев и пиратов вызвал. Так, ладно, мы одну башню завалили. Но это ни о чем не говорит. Сейчас он мне тоже снесет башенку. Да, ребята, у него все это получается. Так, что тут у него? Фараон, блин, гребаный, а, вы смотрите. Давайте быстрее бабульку со сковородками. Давай, давай, родная. Бомби. Так, он вызвал пришельцев. Хорошо, сейчас мы и пришельцев должны заколбасить. Да ё-моё, эти горгули достали, а? Откуда у тебя столько их? Так, ну-ка давайте попробуем вызывать домик пиратов. Ай-яй-яй-яй-яй, у меня нету ничего такого хорошего, чем бы я мог. Хотя вроде бы нормуль. Выровнялись, ребята. Но я чувствую, он копит на что-то. Так. Ёпарсоте, он вызвал оборотня, ребят. Ну, горгули, давайте бомбите, блин. О, отлично, все хорошо пока. Блин, давайте, давайте, давайте. Так, он опять вызывает фараона. Черт бы его побрал. Так, а вот это вот он зачем сделал, я не понял. Так, там заварушка. Нет, я боюсь. Боюсь, или ничья у нас получится, или все-таки он сейчас заколбасит нас. Так, я вызываю пеликана в надежде на то, что он хотя бы бомбанет. Нет, он все-таки вызывает горгулей, которые, естественно, сейчас разберут меня пеликана. Черт бы их побрал, а. Слишком дофига у него горгули. Вот что я вам скажу, ребята. Вот зря я, по-моему, хейда поставил. Ай-яй-яй, зря. Да, 52 секунды, ребята, я не успею. Элементарно не успею завалить ему башню. Зачем я вызвал хейда, кто мне скажет, а? Зачем вот я так тупанул, блин? О, все, тут еще и оборотни с этой стороны бежит. Практически нет шансов, ребята. Я сейчас буду все пускать на оборону, а мне нужно сносить ему именно... О, циклоп еще вышел. Смотрите-ка, он из последних сил вызвал циклопа. Он же прекрасно знает, что он дорого стоит. Черт, ну я понял, в принципе, что он хочет. Все. Сейчас тут начнется такой заколбас. Не подпускаем его. Блин, он еще волну здесь делает. Ну, ребята, в любом случае я проигрываю. По времени. Только лишь по времени. Было бы чуть-чуть немножко времени, я, возможно, бы разнес бы ему эту башню. Но, а так, как видите, я проиграл. К сожалению. Ладно, не будем расстраиваться, ребята. У нас еще все впереди. Это мой первый бой после длительного отдыха, так скажем, да? Ну и кто на этот раз нам достанется? Давайте кого-нибудь хорошенького, а? Так, ух ты, нормуль. Так, у него пушки. Ага, а у меня, не забывайте, Тесла. Так что по башенкам я должен вытянуть, по идее. Ну, опять же, все зависит от того, какие у него карты будут. Как вы понимаете, у меня в руке нет легендарок.
только лишь редкие. Я вот не помню, Хейт, по-моему, легендарка. Да, в принципе, это не важно. Ладно, ребят, давайте смотреть. Ах ты, у него тоже есть домик пиратов. Черт бы его побрал. Да что ж ты будешь делать? Ты посмотри, а, у него на все есть ответ. Оу-оу-оу-оу, сколько горгулей летит. Блин, я себе тоже хочу столько горгулей иметь. У меня всего лишь три. Как-то не айсово, да, получается? Да ты достал, там еще и звездочками он строчит. Ай-яй-яй, все хреново и плохо. Давай, пришельцы, будете прикрывать. Этих пиратов бомбите. Вот что-то Тесла мне нравится, то, что она стопорит на долю секунды врага, и у нас как бы есть небольшое преимущество. Так, ну что, у меня там сковородница вроде неплохо так башню ему покоцала. Сейчас все дело за пиратами. Если они успеют пробить это все дело, то, возможно, мы эту каточку с вами вытянем. Но он Ван Хельсинга вызывает. Гад. Так, давай-давай, Пеликаша, давай, лети, родной мой. Так, кого-кого-кого, давай так сделаем. Нам нужно Хельсинга завалить. Так, ну, в принципе, он труп, все. Слушайте, ну, смотрите, у него башни обе покоцаны. Так, одну минус. И еще одна осталась. Хе-хе. Я надеюсь, он сейчас какой-нибудь такой секретный трюк не сделает, что на меня всю армаду свою пошлет и меня тут разнесут в хлам. Хотя он не должен, по идее, ребят. Так, горгули. Против горгули кого? Да никого. Пеликан давайте отправлять. Он как раз, наверное, долетит и уничтожит эту башенку. Вторую. Так, подожди, тут у нас Минотавров, блин, колбасит. Так, ребят, все. Осталась только главная база. Ну, как говорится, все в наших руках. Ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай, да. Вот, ты смотри, что он хочет. Ага, не получилось у него, ребят. Ядро он выпустил, но промахнулся. Точнее, не хватило у него силы уничтожить. Ну, а я думаю, что сейчас мы уничтожим его главную базу. Ну, да ядрить его на корень. Собака звездочками всех побила, а. Так, ладно, давайте пиратов вызывать. Так, Минотавр опять. Нет, ну Минотавр сейчас стопудово разнесет меня. Ну, да, снес он мне одну вышку. Но у меня еще есть одна. Вы это не забывайте. И практически целая. Что ты там стреляешь, олух? 16 секунд осталось. Я думаю, шансов у тебя просто нет никаких. Давайте, ребята, поднажмем. Ах ты, он еще отталкивает моих. Ну ладно, в принципе, все равно, ребята, победа будет за нами. Как ни крути. Две сковородницы ему сейчас просто такого. Нет, она даже не успеет дойти. Ну что же, да-да-да-да. Поздравляю нас, наша первая победа за этот сезон. Так, блин, тосты у нас. А в принципе пока место есть для них. Да, но это было последнее. Не знаю, может быть открыть за 20 кристаллов, а? Ребят, у нас 72 кристалла есть. Черт подери. Так, а сколько нам нужно до лиги? 1300, да? Ясно. Блин, вы посмотрите, карты какие легендарные, а? Вампир, всадник без головы. Ни одной нету. Так, а у меня 1210. Фу, ребят, есть все шансы сегодня перейти нам даже на следующую лигу. Будем стараться, да ведь? Так, ну что же. Какой нам на этот раз достанется противник? Сейчас посмотрим. Да давай-то быстрее, горгуля. Думает там, сидит. Порой бывает, не успеешь зайти, как у тебя уже все, противники есть, блин. А тут, смотрите-ка, сидим по 17 секунд, думаем. Чего думаем, не знаю. Так, мы опять с вами в Лондоне. Ага. У него тоже башня Тесла. Так, давайте сразу вызывать домик пиратов. Так, пускай они пока бегут. Я не вижу... Не вижу пока... Так, понял. Оу, у него и фараон, и Ван Хельсинг. Да... Я думаю, здесь будет хреновенько нам. Так, сейчас закол... Ох ты! А, нет, ё-моё, это у него мумии. Я думал, эти вышли, вылетели, горгули. Ну, это ерунда, в принципе. Сейчас, ну, Хельсинг, это разберите вы, ядрёна вож. Так, все, два домика пирата, сейчас будет жарко. Ха-ха-ха. Сейчас будет очень жарко ему. Поверьте мне, ребята. Да что ты будешь, не смотрите, еще сундук этот взрывной. Бум, всех снесло. Так, ну что, сковородница, я на тебя все свои надежды возлагаю. Мумии, ха-ха, мумии как раз вот для нее, отлично, всех разбомбила. Сейчас хейт там устроит, ребят.
Сейчас его только лишь превратят в монстра, и все. Он такой там кипиш начнет делать. Сейчас увидите. Зря, конечно, он там. Все, ё-моё, побежал у меня монстр. Бум, нифига он там шпарит. Да я думаю, сейчас базе-то хана. Все, ребята, еще одна победа за нами. Ну разве это не великолепно? И плюс 18 кубков мы получаем. Да, скорее всего, если мы так с вами одержим побед так 5, то вполне, может быть, даже перейдем. Давайте открывать, ребят, в конце концов. А то у меня будут просто-напросто пропадать тосты. А нам это не нужно. Так, молния, фигня, это карта молния. Так, вот это вот хорошо, пираты с пистолетами, но, блин, мало почему-то дают их. Так, открываем здесь сундуки. Сундуки, блин, по старинке, ребят. Так, сюрикены и Кэптен. Так, ну ладно, давайте. Не буду я ничего, ребята, менять в своем составе. Хотелось мне, конечно, заменить Хейда, но на кого? Нет у меня такого более мощного, так сказать, более мощной карты, на которую можно было бы поменять. Поэтому оставляем пока так. Ну что такое? Опять ожидание противника. И башенки у него тесловские. Угу. Черт подери. Блин, мне вот желательно бы, чтобы у меня первым был домик. Домик пиратов, он уже дает тебе небольшое преимущество в плане того, что ты его когда ставишь, они бегут, эти пираты. И врагу уже приходится думать, что делать. И он начинает паниковать. И карт... Во, вот давайте его сюда поставим. А, таверна это называется, а не домик пиратов. Ну, фиг с ним. В общем, вы поняли. Так, ну что, Хей, давай. Блин, он Минотавра вызвал, а? Черт подери. Успеем? Нет, не успеет он у меня. Да, ну, придется тогда сковородницу ставить. Давай, крутись, родная. Че она там? Ее уже завалили, блин. Да, хреново, ребят, дела, потому что тут циклоп идет. Я даже не знаю, что сделать. Элементарно нету карт. Даже маны нету, энергии, чтобы я мог кого-то вызвать. Все, он, по-моему, меня сейчас разнесет. Еще Хельсинг там сзади, блин, помогает, засранец. Да, снес все-таки, а. Печалька. Ладно, ну не будем расстраиваться. Будем, ребята, играть до последнего. До последнего вздоха. Кэптен вышла. И еще один фараон. Блин, меня фараон бесит тем, что он вызывает мумии. Да он еще сам по себе стреляет. Причем по наземным, так и по воздушным целям. Это очень плохо. Так, сковородница, давай выходи. Делай свои круговые атаки. Да ты задолбался своими циклопами уже, а? Деннис Г, блин. Я бы сказал бы, кто ты, Деннис Г. Да не буду. Промолчу. Все, ребят, снесли мне вторую башню. Блин, что-то я раньше не замечал, чтобы циклоп был такой мощный. Да, он, конечно, никого не атакует, идет чисто до базы. Но тут он уж какой-то больно мощный. Столько его колбасят. Блин, Минотавра вызвал. Все, тут, ребят, по-моему, я проиграл. Слился. Я не могу даже на его территорию выйти. Ё-моё, вы прекрасно видите, что происходит. Бедная моя база. Со всех сторон ее атакуют, а. И еще циклопа. Не, ну тут, ребят, что за фигня, не знаю. У тебя сколько маны-то, а? Ты четырёх, блин. Ты 3 циклопа, блин, за последние 2 минуты поставил. Не слишком ли жирно-то, а? Нет, это как-то фигня, ребят. Так, ладно. Сколько? 21 секунда? Ни хрена у нас не получится. Это я вам точно говорю, ребят. Че он делает, а? О, да ты посмотри, ну как так, блин? Циклоп за циклопом. Причем он выставляет еще другие юниты. Точно читер, гад? Еще и ускорение поставил себе. Упырь, блин. Ладно. Хорошо. Спасибо. Пишет он мне, блин. Читер ты, ёпростый, вот ты кто, блин. Офигел, блин. За 3 минуты, за последнее время, да, он выставил 3 циклопа. Охренеть, там даже если подкатки посудить, никак не получится. И ладно, подкатки, эта карта еще должна выпадать тебе как можно чаще. Ай, ладно, хорошо. Давайте сейчас дождем следующего противника. Ну и приступим, конечно же. Так, давай, давайте мне нормального, честного игрока. О, ребятушки, у него базы с лазерами, точнее вышки.
Давайте ставить таверну в первую очередь. Пираты мои побежали, сейчас будут его нервировать, честно скажу. Так, Хейда, что ли, влепить? Давай, Хейд, пошел. Вся надежда на тебя. Так, призрак, ребята, помимо того, что он якобы пугает, он еще, видите, станет. Да что такое? Что у них за мода с циклопами пошла? Я, честно говоря, давненько такого не помню, чтобы ими так часто пользовались. Ну-ка, разносите эту фигню. Молодцы. И теперь начинаем башенку валить. Так, он вызвал пиратов, да? С мушкетами. Хорошо, они сейчас у нас сдохнут. Хе-хе. И мы уничтожаем одну башенку, ребята. Что это у него такое? А, пески времени он применяет. Пески времени, насколько вы помните, это такая штука, которая станет моих юнитов. Так-так-так, давай, пеликаша, пеликаша, вали. Не успел, к сожалению. Но победа все равно за нами. Ух, хорошо, ребята, плюс 18 кубков. Мы все-таки идем вверх. Ух ты, золотой тостер мне выпал. Ха-ха, это очень хорошо, в нем будут классные карты. Правда, активация 8 часов. Да и фиг с ним. Так, ну что, ребята, поехали в очередной бой. Так, время ожидания 26 секунд. Херня это все полная. Вы всегда намного раньше даете мне противника. Так что не надо заливать. Так, ну давай, 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 блин, прогружайся. Обязательно поучаствуйте в выполнении задания гильдии. Угу, надо будет, кстати, да. Так, отличненько. Да что мы присосались к этому Лондону-то, а, ребят? Так, башня Тесла, хорошо. Блин, нету таверны у меня, даже не знаю. Черт, кого мы звать-то будем? Сковородницу, давайте, наверное, ее вот здесь поставим. Пускай она пока потихоньку будет идти, а вот у нас и домик следующий. Так, он вызвал фараона. Угу. Ну что ж, давайте Хейда тогда. Оу, щет. Франкенштейн вышел. Ё-моё. Ну, Хейд, давай. Ну. Так, смотри-ка, сколько он летающих мышей вызвал. Ядрить тебя на корень. Они сейчас Хейда порвут у меня просто-напросто. Ну, как видите, порвал. И опять пески времени. Щет. Хреново. Так. Ну, давай, 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 расстреливаем. Расстреливаем потихоньку. Эй, мумия здесь ничего не сделает. Все. Так, еще ставим домик пиратов. Таверну, блин. Так, ага, летучие мышки полетели. Блин, сейчас заколбасят, по-моему, мою... А, нет. Все пока под контролем. Ребят, вы видели, да, как призрак лихо нырнул в эту пачку и практически всех уничтожил? Ну, вот одна только... Шпана осталась, которая бомбит там что-то. Но я думаю, что пески времени ему здесь не помогут, ребята. Так, я думаю, может быть, Хейда вызвать, а? Сейчас, секундочку, ребят, сейчас посмотрим, посмотрим. Слушайте, да, я думаю, надо вызвать Хейда. Он как раз и добьет, в принципе, базу. Так, что он сейчас предпримет? А, мышки летающие, но они не успеют. Да, ребята, и победа опять же за нами. Плюс 17 кубков. Угу. Ну ничего, ничего, ребята. Еще немножко, и мы с вами перейдем в следующую лигу. Блин, тосты. Давайте один откроем с вами. Так, сколько он там? 20 кристаллов нужно. Ну что же, тратим. Что нам достается? Ну тут деньги 25. Ага, пиратка и призрак. Блин, ну призрака можно было бы еще, конечно, немножко прокачать. Потому что он довольно прикольный. Но нету у меня, ребята, карт. Да и денег, в принципе, тоже нету. Так, что же? Не знаю. Можно было бы, конечно, и горгулей улучшить. Но я думаю, что, наверное, не стоит. А соточку, да? Или стоит все-таки? Слушайте, давайте по... Оу, 1000, ё-моё. Ну ладно, фиг с ним. Была, как говорится, не была. Стая горгулей. Ну, там всего лишь 3 штучки. Интересно, сколько стоить будет, где именно стая, где их очень много. Вот эту бы карту я хотел, конечно. Там, где их штук 7, по-моему. А тут у меня только лишь... А, нет, ребята, все правильно. У меня 3, а стая именно вот внизу осталась. Ладно, фиг с ним.
Потом, возможно, мы ее с вами возьмем для пробы, для теста. Хотя в данный момент мне и этого пока хватает. Стоит просто там очень дорого по мане, по энергии получается вот эта вот стая горгулей. Три вроде бы как бы хватает. Да они какие-то у меня и мощненькие. Так, что у нас опять Лондон и... Ага, ладушки, давай, давай будем начинать. Так, я вот не знаю, или пришельцев, или пирата вызвать, а? Давайте, наверное, пиратов вызовем с вами. О, вот это уже другой разговор. Таверна. Так, смотри, что он делает. Ну, ну, мышки эти все, вообще сосунки. Так, давай, давай, давай. Блин, бомбочка бумкнула и довольно прилично отняла хпшек у моих солдат. Блин, ты посмотри, как сковородница лихо, просто лихо порвала ему первую башню. Если бы у меня еще пеликаша бы так бы хорошо бы прилетел бы, было бы вообще чудесно. Слушайте, а он, по-моему... Ох, он тоже довольно неплохо делает свое дело, ребята. Мы разнесли ему все башни. И теперь осталось только лишь главное здание. Давайте вот так сделаем. Я рискую своей таверной, а он там молнией бьет. Зачем он ее с собой берет? Такая фуфловая карта, если честно. Сундук он открыл. Но мы издалека его подбили, поэтому никто у нас повреждений не получил. А вот база его получает такие колоссальные повреждения, что победа за нами. И я называю это, ребята, в сухую. Так, 17 очков в плюсе. Продолжаем с вами играть. Слушайте, совсем немножко, ребята, осталось. 34 очка нам набить, и мы с вами перейдем в следующую лигу. Поэтому не будем долго здесь застаиваться, а будем сразу же продвигаться в бой. Ух, тем более тут башенки такие ничтожные, лазерные. Мне кажется, это самые фуфловые. Так, ладно, давай, давай, ожидание противника. Фиг ли мы ожидаем, когда тут все уже предрешено. Тем более мне досталось таверна, сразу же причем. Самое интересное посмотреть, какие у него юниты. Ага, бомбардира я вижу, выпустил он. Ах ты, а вот этот пришелец, это плохо. Это плохо, ребята. Так, ну что? Здесь порвали мы. Надо пришельца уничтожать. Да что ты будешь делать? Ну, смотрите. Птички эти, блин. Хотя они ватные. Разобрали, в общем, ребят. Так, бомбардир. Сейчас будет бросать. Да, бросает бомбы. Ну что, пеликаша, давай. На этот раз, я надеюсь, у тебя все получится. Оборотень нам не помеха, в принципе. Давайте сковородницей прикроемся. Я думаю, что все должно прокатить. Отлично. Так, ты смотри, что делает, а? Круговорот этот вонючий, который в центр нас стягивает и при этом еще хп отнимает. Хе-хе, я думаю, что нет шансов, ребята, у него, смотрите. Сейчас моя сковородница доходит, она под прикрытием пришельцев. Хотя, хрен его знает. Нет, все, отлично. Разбомбили мы одну башню, ребят. Так, ну что, Хейт, давай, покажи, на что ты способен. Он хоть, ребята, и ватный, но дамаг у него просто сногсшибательный. Вы сами это прекрасно видели. Так, летающая тарелка. Ее надо чем-то таким, стрелком сносить или летающими. Даже не знаю. Так. Таверну поставили. Ну, расстреливайте ядреного ж в этого... Ох ты! Это просто какой-то нежданчик, ребят. Как он умудрился мне снести башню, а? Хорошо, ладно, хрен с ним. Сдох тоже. Так, я уже, ребята, на шару, как говорится. Оу! Сейчас как бы мне это все боком не вышло, ребят, смотрите. Я поставил пиратов. Так, сундук. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, у нас пока на равных с ним идет счет. Ну, давайте, достреливайте главную базу у него. Ну, там чуть-чуть осталось, буквально, ребят.
Да, есть. Ух, все-таки вырвали мы победу. Хм, а клан там Батя называется. Значит, русский чувачок был. Ладно, хорошо. Ну что, я думаю, нам, ребята, еще одну победу одержать, и мы с вами переходим на четвертую лигу. Так, поехали, подтверждаем все и ожидаем, как говорится. Ну давай, не томи. Не томи. Вступить в гильдию или создать свою для торговли картами. У меня, ребята, есть своя лига, но так как я давно в нее не играл, из нее все поуходили. Вот. И, в принципе, я всех их прекрасно понимаю. Я не в обиде ни за кого и ни на что. Все это понятно и обосновано. Так, ну что же, давайте, наверное, мы... Я вот не знаю. Ведь видеть бы, какие у него карты наперед. Вот сейчас мы сковородницу поставим. Сейчас что он делает? Ага, вызывает гаргулей, орду. Так, нам нужно прикрываться, соответственно. Давай-ка вот так попробуем. Там еще мумия. Ах, ты не мумия там, ребята. Там не мумия. Там у нас пришелец. Так, отлично. Что-то мне вот это как-то не нравится. Мне такое ощущение, что... Еще и скоробеев вызвал, а? Ну, эти-то гады, понятное дело, мощные, блин. Ну, давай, бабуля. Вали всех. Так, еще и жандармы. Но жандармы, в принципе, тоже ерунда, потому что она справится с ними. Удар у нее круговой, она их всех ложит. Ух! Я чувствую, сейчас будет башенки хана. Хе-хе, самурай. Вот так вот. Ну, отлично. Все выходит как нельзя круче у нас, ребят. Так, Хейдушка, давай. Надеюсь, тебя разгневают возле этой базы главной. И он начинает там херачить. Вы посмотрите, просто. Ну что же, пол хп сняли. И это уже хорошо. Хотя, ребята, бывали такие ситуации, что даже уже с одной башней люди выигрывали. Как-то выкручивались. Подбирали как-то тактику под тебя и просто выигрывали. Хотя и шансов у них вроде бы казалось не было. Так, ты, ох ты, ты посмотри, что он делает. Самурай здесь идет. Тут полицейские. С ними мы, в принципе, справились. И тут еще Ван Хельсинг. Гребаный стрелок. Нам, ребята, бы минуту продержаться, не потеряв базу хотя бы. Башню. И победа будет у нас в руке. Пеликан, ну куда ты летишь? Ну тупорылый, а. Ну ты тупорылый. Я думал, ты сейчас как... Умная Маша, у меня полетишь, правильно? Нет, он полетел к башне. Ему там показалось, видите ли, теплее. Так, ладно, тут этот Джин. Джин тоже довольно сильный противник. Его так просто нахрапом не возьмешь. Так, осталось 30 секунд, мне сообщение приходит. Так, я выпускаю всех своих ребят. Нам нужно как можно скорее уничтожить еще одну вышку. Ну, блин, самурай уничтожил мне башню. Ё-моё, вот это плохо, ребята. Так, ну, пришельцы, расстреливайте нафиг. Я, как говорится, иду ва-банк, ребят. Иду ва-банк и... По-моему, я с этим ва-банком сейчас нафиг проиграю. Ну, ай-яй-яй-яй-яй. Ван Хельсинг плюс самурай там идет. Ну, расстреливайте, пираты. Черт, ну, стреляй. Есть! Да, ребята, просто вырвал победу зубами. Хе-хе. Злись, злись. Ну что же, мы с вами должны, по идее, перейти в другую лигу. Смотрим, произошло это, нет? Да, ребята, это произошло. Четвертая лига у нас. Ох ты, какие тут карты. Так. Нет, додзе мне не нужно. Ну что же, в принципе, давайте, наверное, ребята, я буду на этом завершать свой выпуск. Мы обязательно с вами увидимся в следующей игре и продолжим играть. Ну, если вы, конечно, этого захотите. А это я определю по вашим лайкам и по комментариям. Вот. Блин, смотрите, легендарные карты. Ах, как же я хочу. Так, а до следующей лиги нам нужно 1800. Ребята, это 500 очков мне нужно заработать. Офигеть.
Но будем стараться фигли делать. Да, кстати, еще хочу поиграть в Clash Royale, но это уже потом. Ну, а на этом все. Всем пока, ребята, и до скорых новых видосиков. Удачи вам!